Эй, лови шару! Заходи на SGM Luck и забирай новенький компендиум сотого уровня за 29 рублей. Стандартный Battle Pass за 19 рублей и уровни к нему всего по 9. Да, и 15 рублей прилетит за регистрацию. Торопись, такое только на SGM Luck. Предложение ограничено. Ссылка в описании. Здорово, народ, с вами Имба. Сегодня мы отправимся в режим, где, скорее всего, у половины зрителей просто взорвутся компьютеры от происходящего на экране. Dota 2, но каждый нанесенный урон вызывает взрыв. И перед началом наша новая непостоянная рубрика «П-популярность», где мы читаем самый залайканный комментарий с прошлого выпуска. А Артур Семенов, 11 лайков на следующем комментарии. Ну что сказать, этот выпуск ты точно отнесешь к серии «Взорви мозг», и спасибо тебе за такой приятный отзыв. Обязательно еще вернемся в ту кастомку. А сейчас усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Иди в хардовый лес. Давай. Это наш лес. Треугольник, видишь? Это наш лес, и мы его сносим. Кстати, деревьев тут не будет. Вообще. Просто закончится. Тренд где-то плачет. Что у вас тут за пиктограммы рисуете? Это треугольник фарма. Треугольник фарма. Мне кажется, тут уже, в принципе, есть прямоугольник, не прямоугольник, а квадрат фарма. Лёнь, начинаем сразу убивать через сеточку? Или место, где кто-то будет изнасилован. Марши, кстати, тоже. Ой. Слушай, ну они, в принципе, примерно поняли суть кастомки. Ой, бежал. Я им вроде максимально старался расписать. Все, кроме короля. В этом. В анонсе. О, там взрывы уже пошли. От ружья не шрапнули. Пойдем? 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 Вот это жесть! Просто нормальная тема. Че вы? Да че вы? Просто жесть. Я в шоке. Я думаю, это будет очень веселая игра. Подожди, а сколько оно восстанавливает? 125 маны. А, ну в принципе нормально. Мне кажется, еще... Возьму-ка сразу себе сапог. Ой, слушай, а как тут стики будут? Наверное, заряжаться с каждого взрыва. Отойди в кусты, стань в кусты, стань в кусты. Какие-нибудь. Если мы еще и крипов под это все дело будем этот подцеплять. Хватай его. Хватай. Я нашел другого. А, ну в принципе... Сюда иди. Нормально. Не дамажит. Так, 30 секунд ждем. 30 секунд веселимся, просто тут настреливаем спокойно себе. Страшно, не поймешь, чьи взрывы. Да, да, вот это есть определенная проблемка. Там что, лифы играют? Хорош, пожалуйста. Нет, вроде взрывы не заряжает, слышишь, блин, обидненько. Ты говоришь, в кусты уйти? Кусты, но уже нету кустов. Тихо, тихо, друг, остановите насилие, пожалуйста. Вот сюда встань. Вот сюда. Пусть сейчас подойдут с крипами. Подлагивает немного, да? Это я просто рядом с крипами. Держи. О, нормальная тема. Ой, это марши! Я маршов не увидел даже сначала. Всего лишь 3 стика, слышь, миллион взрывов и 3 стика. Лишрак, иди в их лес фарми. Братан. Лишрак, верни деревья. Верни деревья. Их и так нету. Мне, Влад, негде прятаться, все. Так не прячься, просто подходи. Я в шоке, конечно, столько взрывов происходит. Просто подходи и сразу держи его. Не-не-не, братан, сегодня ты домой не идешь. Кстати, интересный факт, там, скорее всего, брат Лифи играет.
Давай, есть. Да, я смотрю, ты тут, в принципе, сам неплохо веселишься. Зачем мне это? Деревья выросли, наконец-таки. За что? Я вот даже не знаю, что мне взять. Я теперь могу с блинка обрываться. Влад, хочешь показать? Что? Сейчас к тебе на линию приду. Давай. Не убивайте вот этот, блядь. А, нет, ты что, смотри просто на мид. Смотрю. Ты опять здесь? Я по кругу так хожу. Оп, и полетел. Ага, я понял. Просто я там пока на тебя смотрел, меня тут убивали немного. Нормально. Ну, пытались, по крайней мере. И это еще вот только под одним хипом, если не ошибаюсь. Да, тут именно те герои, которые наносят... Блин, леший пропылесосил вообще весь лес. Те герои наносят... Ага. Иди сюда. А, ты полетел. Так, не-не-не, брат. Апокалипсис сегодня, мать его. Серьезно? Ну вот так вот это делается. Вышку стерли. Угу. Сперли. Ой, а молнии же тоже наносят урон и тоже, получается, вызывает эту хрень. Так, а можно где-нибудь... О, здорово, братан! Так, надо от него отойти немного. Все, отлично. Смотри сейчас. Братан, закончится, хотел сказать, ультануть. Давай, брат, ты сможешь? Почти. Почти. Блин, а я тупо ультануть не успел. Ой, нога, мне кажется, ты зря. Ой, троллят, ты зря. Хотя нормально. Как у вас там весело? Друг, я иду к тебе. Я тоже. Мы просто летим. А кто там? ВР-ка? Сейчас ВР-ка закончится. Ага, вот она. Вот сюда пошла, походу. Нет, смотри, она глупая. Отлично. Почему я пройти не могу? Так, все, ломаем их лес, да? Они многовато ли дают за лесных крипов по 144 голды? Только ты же 200 расставил. 200%? Ну, в принципе, да, согласен. Очень талантик, да. Я думаю, можно будет еще раз сыграть в эту кастомку за каких-нибудь других героев. Вот стиллер на Артемидосе. Тра-тра-тра-тра. А можно, ты... пожалуйста, пофармить? Меня утянули. О, нет. Ну, так вот, чисто теоретически. Кто у них грязь может делать? Я не стилю. У них тинкер только. Я машина. Меня застрелили. Машина. В принципе, тут еще какой-то камбэк-система настроена, которую я так и не понял. Так что я думаю, у них есть все шансы. А это обычная камбэк-система Доты. Если они нас убьют, они собьют очень много золота, и им очень будет хорошо. А я думаю, в принципе, они нас могут убить. Есть, страшно. Ребята, пробуем на Рошана. Да. А я думаю, Рошан там максимально быстро закончится. Иди сюда. Я иду, надо. А что это за урон? Это снайпер. А, снайпер, физ урон же, точно. Я просто в крутилке думаю, что мне за урон прилетает. А это снайпер. Так, я одну продаю. Что происходит? Вот хейплин. Нет. Все, Рошан закончился? Почти. Поставьте мне. Не, дай мне. Нет. Что ты сейчас сделал? Там, смотрите, там смертник. А ну-ка. Ну, кстати, Зевс очень больно делает, он... Концентрный урон просто. Там вот... Жесть. Ой, тихо-тихо-тихо, не-не-не-не-не-не-не-не. Я понимаю, что ты под вин... Просто, чтобы ты меня не убил.
Может, тут октарин какой-то взять? Как думаете, взрыва эти будет много? Ну, что да. Они не хилят. Разве? Они не хилят, я проверял уже. Туда ближайка нельзя было убить. Все, я понял, друг, не надо, все нормально. Кого поехал? Каждого можно. А вот это было лишним, мне кажется. А у меня не сгоним. И шо? Без разницы. Мы еще рефреш будет. Через 4000 голды. Всего лишь. Это быстро. О, друг. А ну-ка. Так, а вот там... Ага, там уже закончили друга. Ладно, полетели через мид. Так, мне нужен талант. Не, у меня, в принципе, Октарин на первый скилл неплохо так будет. Хотя, чё мне от этого первого скилла? О! Ладно, давайте. Здорово. Ну, шаман, ну, вообще отлично там всё. Тут друг уже вообще здесь бегает. Радик! Радик уже есть один. Есть? У кого? У Наги? На спирите. А Радик наносит, да, урон получается периодически, да. Этот? Шива, наверное, как-то классно будет. Так, он физически урон наносит, вот это не прикольно. Я выжил. Шаман тупо на 20 хп ушел. Так, а сколько за меня дали? 167? Вот это и есть камбэк-система? А разве она это не с 30-ми лузина нашла? Там же времени дало, слышал, как ты мало пошло. Надо посмотреть, как это работает. Там формула есть определенная, если я так не помню. Высчитывай. Просто 167, ну как-то вообще странно. Прощаю. Мы же не настраивали камбэк-систему. Да, мы же пошли пробовать. Стандартная. Она, да, она автоматом стоит. За меня 330 дали. За меня тоже мало дают. У вас 7 ма. Ну не вся, есть он топоры. Тихо. Вы люди мои. Вот, возникаю. Что-то я далеко зашел. Каю. Я шукаю. А, нормально, дали. Думаешь, от этого сильно толк будет? Я тоже, в принципе, все-таки пытаюсь как-то с руки позиционировать свой урон. Хотя, в принципе, я шукаю. Сколько там? У нас 8% к урону от способности. Не, я лучше манту соберу. А ну-ка, это что такое было? Куда это ты делся? Я тебя найду. Я его нашел. Ух, нифига, тут деревья вырастают. Слушай, а Зевс там нормально взрывает вас. За меня 600 золота отдали, нормально. О, а так у тебя сколько убийств было и смертей? 29 на 2, я не удивлен. Мне нравится табличка сверху слева полученного урона. А что там? 69% магического. Там у него для диаболиков. 81. Оши есть. Мне срочно нужен 25-й прямо. Прям вах. Зачем? Там талант, но минус кадр иминатов. Ого, что-то взрывов там много. А ты зачем это нажал? Где вы там все деретесь? Да мы не дрались, мы просто били. Избивали? Да. Благо респаун тут нормально настраивается. От иллюзии тоже взрывы появляются, да? Да, обязательно. А, ну тут видишь, от любого нанесенного именно урона, потому что вот сейчас...
Гли включили, урон не проходит, и все. Тихо-тихо-тихо, друг-друг, остановись. Как же ты их сжигаешь, Артемидас? Ну, я же говорю, герои, которые наносят именно такой конкретно периодический урон, очень-очень сильные. Ай, начинается вот это вот. Свиданием. А, у меня кнопка не настроена на стики. Я думаю, что нажимается все подряд, кроме стиков. Ты их там что ли на базе держишь? Совсем нет. Больной? Убейте его. Сейчас пойдем помочь. Я копил. Ты копилка. Человек-копилка. Знаешь, как есть человек-молекула, а ты человек-копилка. Кого? Не слышали прикол про человек-молека? Человек-молекула! Не? Первый раз? Я думаю, нормально все. Думаю? Почти. Не учитывая то, что у нас умерли Шрек, в принципе, все нормально. Да, Лёня все время фидер. Все нормально. Лёня фидер. По-моему, они не боятся ничего, надо вот так сделать. Так, а что я еще хотел взять? О, тихо-тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не, остановитесь. Слишком сильно. Там под ультом, наверное, очень прикольно все происходит. Траску взять. Нет! 20 хп. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, друг-друг. Вот так это у нас работает. Никуда ты не уходишь. Ты заканчиваешься здесь и сейчас. Меня засосала опасная трясина. Что? Так неинтересно, вы взяли все предметы, которые более-менее интересны для этой кастомки. Только хотел крутануться. Сколько дали за меня? 285 аж. Блин, Шрака комп не выдержал, походу. Да не, все нормально, сейчас все. Дуже свернуло. О, что есть. А ну-ка. Вот так вот. Ох! Эмбер, жесть. И под радиком, и под этим. Под щитком своим. Просто. Алах-бабах тут какой-то у вас. Куда, я спрашиваю? Я спросил, куда они, зачем? Так, вот там возле Зевса, наверное, миллион взрывов сейчас было. Пока, шаман. Бах. Как он все еще живет? Леша, а ну, это несправедливость. Исправь. Да, смотри. Ой, сейчас будет много взрывов! Влад, ты же сейчас купи год. Кого? Год. А, точно. А то, что там... Урона, ну, как бы да. Гастон просто туда... Ой, слушайте, а четверых там было? А можно, пожалуйста, побольше? Отлично. А мне не отдали. Во, взрывы пошли. Нормально, ух ты. Дэбэдж 33 тысячи. Этот Артемидас 68 тысяч. Мать моя женщина. Я в шоке. А ты хотел бы проводить время в веселой компании, играя в те же кастомки, про которые смотришь видео? Тогда добро пожаловать на наш сервер Discord. Более 5000 человек уже присоединилось к нашему сообществу имбанутых, не хватает только тебя. Присоединяйся к нашему серверу Discord по ссылке в описании.